Бросок с захватом двух ног. Он выполняется примерно так. Вы ныряете вниз. Ваше плечо должно быть находиться на уровне паха противника. Там, где его туловище и ноги сделают сгиб. Затем вы переносите вес тела на впереди стоящую ногу. И, делая шаг, продолжаете двигаться вперед и выпрямляться. Вторая нога делает не приставной шаг рядом первая, а следующий шаг. Вы как будто проходите эту точку насквозь. Шагаете вперед, одновременно выпрямляясь, двигаясь вперед и вверх. То есть это движение напоминает бег с низкого старта. То есть вы не сразу выпрямляетесь и бежите, а вы делаете вот такое вот поступательное движение. При этом противник, как правило, сгибается и старается отбросить ноги назад. И если вы попали плечом в пах, ну, то получается, что он сам ложится вам на спину. Какие ошибки встречаются при проведении этого приема? Ошибка, когда атакующий ставит две ноги и пытается тянуть противника вверх. То есть нет поступательного движения. Партнер должен стоять жестко и слегка упираться, потому что в противном случае прием не получится, и получится просто вот такое вот сбивание. Это движение вот, оно в реальной ситуации маловероятно, потому что противник всегда реагирует, когда вы проходите в ноги. Он старается отбросить ноги подальше и перенести центр тяжести вперед. Вот это надо использовать.